stay cool. It's only you left in your squad. Thank you.
That all. Слушай, ну, смотри, как лагать. Притормаживай чуть-чуть. Не знаю, может из-за DirectX, я точно не знаю.
Попробуй директ. У тебя какой директ, кстати, 9 или 11? Знакомый поставил 11, и у него перестало. Но я такой, знаешь, не шарящий в этом деле. Просто так наобум Не, по нему вообще не надо водить. Он наоборот зачастую очень мешает. Там цель закрывает просто собой. Ну, если очень далеко. Thank you.
привет. Да что ты? Где? Where are the RPG guys? Come on, get inside, man. Come on, get inside. I can't even.
меня бесит, он такие танки, которые там в жопе мира стоят. Вертолет-то хрен с ним. Не-не, я вообще на него не смотрю, я просто смотрю, куда ракет летит. Оранж бокс. Главное просто, чтобы между целью и этим боксом не было никакой помехи, и все. Остальное вам вообще не нужен. По-моему, не только, по-моему, еще и влияет, когда ракета просто в него летит. Ко мне специально, жопа. Иди в жопу.
красавец. Не, не играю. Пока не играю. У меня есть они, ну, кроме первой. Пока здесь. Не знаю, там как-то более аркадно мне показалось. Я в третью так поиграл нормально. Не знаю, нет. Тут больше друзей. Кто играет? Visual contact, light infantry, over. Да, когда замесы, он, да, он классный. Когда замесы большие, не хватает патронов на всех.
Антиблат. Ракетка у кого-то промазала, сейчас бы забрали танк. Да, короче, вообще дамажит нормально. Причем все попадания засчитываются практически там все. Автомата половина не засчитывается. Привет, салага.
Она не управляется, ну, в смысле, ей пилот управляет. Смотри, по-моему, я ей особо сильно не пользовался. По-моему, стрелок должен взять. Он кидает метку, а уже эту ракету можно навести на метку. По-моему, так. Но я ей вот. Я пилотом особо не играю. Some light during slow up.
Привет. Заберите меня отсюда! Visual contact, light infantry, over. Enemy infantry spotted. Потому что игра старая, наверное. И я недавно стримлю. Заходят иногда ребята, есть такие, которые дадут просраться. Там хрен попадешь, это уж так.
минус 8, ни хрена себе. Мистер Дэн, это ты что ли тут зашел? Я послал. Который Кирилл Андреевич? Молодец, молодец, Кирилл. Только ты бы катку вытащил. Но сначала.
найти цель. Hostile.
Everyone keep your heads down, there's a fucking tank rolling in. Спасибо, антиблат, сервер. Thank you.
Да не, я не спец, просто получается что-то. Что-то нет. Да, я поиграю еще. Да, можно зайти сейчас.
Сейчас все будет. Вот, ты тут. Надо только склад. Ага. Вот только зашел. Так, ну что, куда? Я не знаю, куда. Я, ага, вижу. Патроны, значит, патроны. Да тут сейчас уже доигрываем. Да ну, еще раунд будет. Эхо что-то разнылось. Ну это нормально. Ну да. Уже не первый раз. Это нормально. Хуярте, че вы? Ну да, я почти каждый день. У меня, короче, здесь, прикинь, сейчас, ну, кто-то сидел на стриме, спросил, где я играю, зашел, три раза меня убил, написал, я обоссал лимон и вышел. Нормально. Фанат. Чё ж так это неаккуратно позволяешь себя обоссывать-то, ё-моё. Вообще. Ну засых какой-то зашел, я чё. Так, ладно, вы, короче, ребята, дрочитесь тут на горе, а я пойду туда, на подход к Альфе с обратной стороны слева от дороги, зайду туда, накну этих пидокемперов, и будет весело. И будете спокойно на дороге стоять. И на дороге, и на горе. Один уже нагнут, я обоссал Фазер Кондрат, и все, можно выходить на герстер. Может, мне тоже так заходить на сервак, убить тебя один раз где-то, перестрелять за 300 метров с четырехкратником, написать, что я обоссал лимон, и значит все. Ну не, кому-то настроение поднял, ничего страшного. Нормально. О, старый добрый урон, это, антиблада, блядь, в лучших традициях. Хуяришь. Чё, не регит? А?
не слышу ничего вообще. Не регится? Вообще ни разу. Ты сам прекрасно знаешь, как я херачу с четырехкратником, но вот что-то не херачится. И главное, самое это, знаешь, самое интересное, что хитмаркеры это проходят, то есть, ну, постоянно вот все 30 патронов этот крестик саны горит, но он как сидел на месте, он даже не шевельнулся. Повернулся, все, нет меня. Вот, ну, как бы это обычно нормальное такое явление. Давайте патронов вам раздам. Ой, нормально. У меня в землю, он мне в голову нормально полетел. Ну, я тебе сразу скажу, что с такой регой я особо против камперов сейчас не повоюю, и танк внизу. Пока не надо. Тебя чё? А, я-то штурм, ты чё? А, ну у тебя нет, я к тому, что оружие какое, не сишки, да? А, не, чё? Ага, я просто не видел, чё, зачем ты бегаешь? Какие сиги на автомате, ты чё? Ну, был бы, конечно, Томпсон, ну, и вот, да, я не видел просто, чё у тебя. Я смотрю, ты к нему побежал такой, думаю, чё, ты вешать собрался, что ли? Нет, я просто его своим внешним видом пугаю. Обоссал снайпера, вот опять фазер Кондрата, второй раз обоссал, нужно уходить или еще рано, я не знаю. Он едет сюда, сейчас посмотрим, что из этого получится. Да, что-то будет нехорошее, объезжает, смотри. Да, сейчас лопнет. И тут я такой героически выбегаю. Типа я нагнул, все кол, я нагнул. Как этот, блять, в друзьях потусил, да, блять. Помню, бывали времена, когда я здесь мог действительно нашивать, блять, по 350 метров с четырехкратника. И притом у меня еще даже патроны оставались в рожке после убийства. А сейчас вот как-то вот ни то ни сё. Тут что-то грибы стояли. Ну, бывает, я не знаю, тоже. Тоже бывает такое сейчас. Встречается, стреляешь. Я на пистолет сразу переключаюсь. В таких случаях грач не подводит. Ну, как сказать. Я третий раз фазер Кондрата обоссал, это же прямо на рекорд иду. Не знаю, сейчас начинать хвастаться или попозже. Покопи еще. А, ты не выжил, да? Или это был не ты? Я выжил, я живой еще. Ну, значит, не ты там заходил. Я в этом лесу бегаю. Попробую снизу зайти. Не знаю, что получится, конечно, но я попробую. Все, босс. Нашел меня. Бля, ну я не знаю, я не смогу выйти там танки. Просто да, да, не да. Смогу. Там держит. Да меня тут снайпер забрал. Обоссались, за камень спрыгнули нормально. Смотри, слева, слева, внизу. Ой, как я вот не люблю же зажимом стрелять. Ну, вот сейчас какой-то такой экстренный был случай. Зажим это такое одно вообще. Особенно на этом серваке. Блядь. Танчик, вот же. Пойду по дороге.
может быть, так прокатится. Поднимается с темной стороны, вот как раз на этих камнях от дороги. Это уже дохлый, но... Нет, 1000 танков, вот эта девочка опять же здесь, так что, ну, понял, да? Ну да. Есть у меня одна идея. Можно через респ просто пройти. Я не знаю, просто сейчас бессмысленно забирать альфу. Они все на респе сядут с танками своими. Я, пожалуй, здесь совсем немножко прям с горы почищу вот это говно, чтобы там немножко полегче было это все пройти. И четвертый раз Фазер Кондрат мой, ну все. Это что-то нас вместе связывает. А ты сейчас стримишь? Ну. Че, ругаться хочешь? Не-не-не. Я не ругаюсь. Да ладно. Против меня два гомокампера воюют уже минут 5, наверное, все никак навоеваться не могут. Сдохнут и дохнут. А, уже трое. Уже трое. Машина ушла. Что-то говорят за Россию, мол, херово воевать. Угу. Проверим это на деле, на практике. Я не знаю, наверное, сбрасывать буду, то есть на Браво. Да я тоже сам буду спрыгивать на Браво. Если смотрел мои видосы, сам знаешь, как я себя веду там. Они на чертом еще летят. Я не хотел, я тут че? Фазер Кондрат, блин, что-то он приклеился ко мне. Я не знаю, как так быстро. Что-то тут нехорошее. Приехали, слева дорога. Еще кто-то орёт? Да. Он сидит в коляске, короче. Сука, сука, вертолет. Сел. А, меня, короче, типа это, ну, вертолетом прибило. Ну, типа того, понял. Чуть как странная херня. Хотя я далеко от него был, ну ладно, если игра решила так, то так оно и будет.
слева Компираст, короче, вот, а, это он, кстати, есть, ну, короче, у нас сегодня с ним война, все. А, левые кусты вот эти, да, походу, я нашел. Ну, не убил, он там сидит. Да. Ой, беда, а чё, в смысле, цел у них так и не было захвачено, что там происходит вообще? Чё-то ничего не происходит, походу. А, там кусты мне помешают, не смогу его убить, наверное. Да, да, убила сразу вверх ракета. Сука, не дает мне машину. Аутист, бля. Не дает, да, транспорт. Снайпер в упор обойму всадил, ну похуй, он меня с одного выстрела. What the fuck? Это что еще за, блядь, дерьмо? Это вот эхо спрашивает. Да, что-то бывает. Дерьмо случается. Опять, сука, его кусты спасли. Да что такое? Теперь не спасли. Да он вроде вынырнул, я уже думаю, ну вот, сейчас, ага, он обратно занырнул. Ой, ну что-то все походу сейчас будет. Да, наверное, наливать начнут. Так, я что-то не понял. А, Silver Bullet, это тот самый тип, который видит всех и вся сквозь дымы и прочие хуйни. У меня, знаешь, уже один раз даже такая мысль появилась, что этот Silver Bullet — это Леха Тарасов. А. Вот реально. Очень похож и стиль игры, и все остальное. Не, бывает еще пометки, здесь же метки есть. Бывает такое, что за дымом видно. Сукин Поттер. Так, я пожалуй, поеду на машине просекаю, очень интересно. Там к тому же танк. Хищник, так ник хрен прочитаешь, блин. И, короче, меня откуда? Танк опять уничтожил. Где кто хищник, где у кого, кто? Не-не-не, у нас играет парень, нормально играет. Просто не знаю, как этот ник прочитать даже. Я не знаю, как-то я вот мимо. Сам не знаю, как я промазал. Ну, в принципе, как обычно, что тут удивляться, это же я. И еще раз промазал так же. Это его, короче, проводом убило, это, ну... А, видать, на высоковольтку налетел. Именно когда коснулся провода, сдох, ну так совпало. Моя машина, дайте мне машину, я хочу покататься. Я тут опять немножко на машине бесцнуюсь. На той стороне что катаешь? Ну, на подходе.
трепит, что ли? Ну смотри сам. Чего? Сильвер Буллет, как обычно, в лучших традициях. Ну он же умеет, правильно? Это же не кто-то там. Это же а сам. Он откуда? Тебя убил-то. А вот, короче, аж со своей стороны, где-то там даже за камнями, там даже на пригорке, на своем, где-то далеко. Ну это же он, я же говорю, это же не какой-то там. Ну, можно направо попробовать пройти. Там почистить чутка. Куда пройти? Направо. Ну, к ним, попробуем. Туда. Попробуем. А я хотел это, короче, задавить хотел снайперов, в итоге промахнулся и, короче, лоханулся по полной. Надо было ехать дальше, я остановился его вынести, ну и там, там полная жопа случилась. Я вот что здесь пока живой, меня чуть не сняли с респа. Ну, этого-то я завалил, он там было два, поэтому, ну, блядь, не обессудьте, ребят. Посмотри, вот открой на секунду счет и посмотри, что вообще происходит у нас в команде. Нормально, че. Так, че, я, наверное, думаю, машина сейчас должна появиться, я хочу на машине. Больше что я так останавливаться не буду, дабы опять не накосячить. Я хочу машину. Дайте мне машину. Бля, машины нет, слышь? Не появляется. Почему? Да, может быть, на ней ездит или... Нет, она взорвалась, я видел. Хер его знает. Что-то вот хотят не нападать. Ну, на ветряк высадился. А, на наш здесь, на С? Не, на дальний. А, понял. Ну, у меня сейчас X4 нет, поэтому хер. Ну, я его сам высадился забрал. И похуй еще. Матвей. А, понятно. Ну, не тот Матвей. Жаль. Хера он меня увидел вообще. А чё, я не попадаю, ты по нему? Я сам не попадаю. Ну я... То, что яд не попадает хотя бы нормально, это привычно. О, меня чуть не запрессовали здесь, но я вроде как вышел из-под обстрела. Могу я до них дойти или нет? Он не убил меня из-за пинга. Вряд ли, конечно, смогу. Мне бы еще в ренку сейчас, да и... Ой, вообще. Ну его, их там кроют танком. Если да только слева тебя уберут. Да мне гранаты нет. Ну пойду на свой страх и риск, хотя тут уже нехер делать. Меня уже и пометили. Одного, сука, забрал. Кондрата, блядь, да и ладно.
Мне, наверное, этот, блядь, заклятый враг, как... О, красиво. Сейчас это, короче, давай, поеду на машине с Альфой, аж доеду. Хочу покататься у них там, на предгорье. Говорят, у них там живописно. Смотри, кто зашел. Или зашла. Блин, перешел и к нам попала. Хотел бы я, чтобы не к нам. Был бы я админом, блядь, из принципа бы, сука, кинул нахуй. Другую команду. Надо же тащить там кому-то, блядь. Так, вот сейчас заеду к этим клоунам, которые вот там угорают по правой стороне. Надеюсь, меня какой-нибудь танк не снесет так быстро. Надеюсь. Нормально, че? Ну что, я же говорю, даже по это поугарать нельзя. Ладно, беру четырехкратник, что делать? Из чего тебе? Так АТ-шка ж прилетела. Ты чё, выжил, что ли? Нет, ну я выжил, да, сначала. Я от этих, от ребяток был. Умер. Да, конечно, пиздец, урон, блядь. Сейчас я буду этих ребят как раз-таки выцеплять. Методично так. Возьми снайпер, вон машина, кстати, поехала. Да, понимаешь, когда что-то едет или летит, мне сразу кто-то стрелять начинает. А это всегда так? Это всегда так. Ну его там 50 тысяч техники единиц уничтожено. Да, конечно. Пометил. Ну, в лучших традициях, как положено, по правилам пострелял, хоть бы один хитмарк прошел. Вот, хочешь верь, хочешь нет. В любом случае, у меня все это остается на записи, у меня все это видно. Когда-нибудь я запишу такой стрим, где именно вот попадется такой случай, когда урон реально проходит. Я запишу его и так и назову, блядь. Когда есть урон, блядь. Пробую со стороны боссану к ним зайти, посмотрим, что из этого получится. Но этого, я думаю, греной уработаю, наверное. Посмотрим. Кондрат, конечно же, сдох. А вот Барретт, который на нем появился, тоже как-то сдох. Неохота. Неохотно, точнее. Все, оттуда будут сейчас нашивать. Как, зачем тебя забирать? Ты же на войне. О, прилетел. Жопа. Нет. Дрена его урубал. Да не, у меня. Он сам из того упал. Здорово, здорово. Это и был Барретт, и, кстати, и машина, да, уехала, да. И вертолет улетел. Не, вертолет не улетел, ну как, далеко улетел. Опасный урон. Лучший вообще в мире батлфилд, да, блин? Да, надо так вот, так обосраться ради того, чтобы кого-то одного достать, представляешь? Честно, честно.
Ну он же за мной полетел, уже третий раз вот такую попытку предпринимает. А, это вылетел. Он взлетел, да, к тебе? Ну он да. За мной сначала летел. Когда меня убил там. И вот надо так вообще. Вот он четвертый раз взлетел. Там на Б, кстати, чело какое-то. Все, он разбился на. Как обычно, как он умеет. Ёлки, а это откуда выехал? Че если они выехали за горы? Вообще, я прям аж это охерел, как малость. Короче, он где-то на Б лазит и... Ну, короче, уже захватывает. Я тут вроде как высадился. Сейчас посмотрим, как оно там все обстоит. А, ну короче, их там было два. Одного я сквозь этот... Ну, короче, то есть гараж дробью снял, а второго я не видел. Просто не видел. А, так, ну пусть, ладно, пусть что-нибудь возьму. Да. Все там больше, ничего нечего брать. Там в лесу сидят. Да он стекло. Не помечается ни хера никто. Как не могу прострелить, он только высунется и опять за гору ныряет. Не могу. Ты про танк или про кого? Ну нет, снайпер какой-то дрочит. Не могу, вот он вроде только выйдет, я там пару хитов насую, он опять засунется. Ладно, я, наверное, поеду опять на машине. Хотя что-то как-то все эти последних событий неохота. Да там танков куча. Ну. Ну, по левой стороне, в принципе, можно на базу просто прям проехать и все. Да, зачем? Что там ловить? Ну, мало ли что-нибудь поймаешь. Не. Ну, я чуть не поймал. До сих пор палят. Меня с левой стороны помечают, а справа они пытаются меня добить. Короче, по мне, какая-то тварь на наш... Взлетел, увидел ракету, упал сразу, бля. Ой, к нам вот опять пролез.
shit. I got eyes on an enemy bird. Over. Прям за секунду не успел, представляешь? Снять-то его снял, но еще бы чуть пораньше. Виноват. Блин, Лимон, ой, этот Лимон говорил, а не перешел бы туда. Я сейчас, смотри, гранатами их выцеплю. По звуку чисто. Все, сбежали. Они вон где, как сели, по периметру. Танк едет, прикинь, танки. Ну да, он там обычно едет. Он там торчит. Чистенько. Там танк, что уехал. Не помечается, как всегда. Ему там ван хит, слышь? А нет, справа? На два попадания, да, было. Блин, прям целенаправленно по мне херачит. Это Немо уже отдался. Чары, блядь, вылезли как черти из-под этого ТБР. Ой, меня с Браво убили. С горы с большой. Даже так? Да, ну, там давай, снайпер. Давай посмотрим, прям с большой горы. Да, ну на верхушке сидит. Прям на самой верхушке. Да, посмотрим. Уже и Б захватываешь. Иди. Но ему что-то начинает писать опять.
Я спалил их на верхушке. А, были, да? Да, двое сейчас сидят. Я не знаю, увидели ли они меня. Нет, нет, стреляют в нас, они им похрен вообще, что там, кто крадется. Даже если вас пометит. Ну как сказать, крадется, какой-то долбоеб со мной зашел на гору, во всю, блядь, вселенную заорал о том, что граната ложись, блядь, и какой нахер там крадется, блядь, о каком, блядь, может быть вообще идти речь. Пойду напрямую прям к ним на гору, нахуй. Еще, блядь, я буду сейчас реверансы, блядь, выписывать. Буду бегать их там, выцеплять. Прям приду, нахуй, наебну. Вон Макгрегор. Это, вертуху скинул, надымил. Причем он надымил не им, он надымил мне. Потому что стрелять по ним будет неудобно мне. А тут уже и нет никого, они либо вышли, либо сделали суицид. Чем? Да, вот убил его сейчас. Давно его не убил, просто не видел. Да. Урона, блядского нет, спать. Вот опять я за 300 с лишним метров этого, блядь, ссаного компираста, этого, блядь, Кондрата какого-то уебал. Ну, опять там, что ли, направо? Да, вот с горы сейчас я шел. А он у себя там в камнях сидел. Наебнул его, нахуй. Ну как тут чаем не напоить? Святое дело. Какие-то трошки. Да, они перезаряжались. Я даже не знаю, где они все.
Салане прикол был такой. У меня ник написан О, ну, этот прицел. А так он пишется слэш прямой. И когда просто вставит он у меня буквы О, как бы, а так, когда в этом после убийства показывает со слэшем просто лимин какой-то. И он в прошлый раз писал, где этот лимин, почему его нету в этом списке. Ну, короче, типа читер, 17-й игрок какой-то. Так что меня может быть двое. Путово. Вертуха слева заходит, боевая. Ну как заходит? Так. Тут, наверное, кого-то обмануло. Сейчас доиграю, потом небольшой перерыв будет. Потом, если что, вечерочку могу купить. А сейчас не вечерочек? Не знаю, сейчас как время. У меня еще спорт. Спортсмен. Ага. По читерлифтингу? Да-да-да. Какой разряд, я так понимаю, выше? Первый или начинающий? Да, конечно. Мастер спорта уже давно, блядь, 15-кратно. Барт даже засел с Бартом. Я его тут же вынес. Так сложилось. И вот теперь меня вертолет сейчас съебет. А, хорошо, вернулся. Смотри, нормас. Вентилятор долбоеб залез, Кондрат. Как залез, так и слез, блядь. Точнее, как залез, так наебнулся оттуда. Блядь, никогда не понимал вот этих снайперов, которые... стараются как можно более высокую точку забрать, нахуй, чтобы там сидеть дрочить. Их настолько там не видно, что просто нахуй. Он полетел, короче, на... Косые, сука. По штанам вроде снайпер бежит. Да. Ну, не знаю, он просто, пока я по нему втыкал, он на некоторое время забежал как бы за вертолет, то есть половина моих выстрелов и никуда. Ладно, давай еще до вечера попозже. Давай, да попозже.